21 мая 2022 года. На проспекте украинского правозахисника генерала Петра Григоренко был установлен памятник мяснику Кацапскому Жукову. Его наши парни из спецподразделения Азова Кракен снесли нахер. Слава Украине! И слава украинским бійцям, які спочатку звільняють нашу область від рашистів, а потім звільняють місто від кацапських ідолів. Бульвар Юрьева. Жизнь продолжается в Харькове. Люди возвращаются. Внешняя жизнь практически мирная, но все равно со всех сторон слышны звуки выходов и приходов. Это наши хлопцы бьют по рашистам, и рашисты присылают приходы. По мирным жителям Харькова, которых они называют нацистами. Жизнь бьет ключом. Молодежь, дети спортом занимаются. Взрослые отдыхают. Это новые дома бульвар Юрьева. Улица Харьковских дивизий. Знак Харьковским дивизиям, которые защищали Харьков в 1941 году. Это были рабочие, необученные ополченцы, которых несколько раз поучили колоть, перезаряжать трехлинейку и стрелять, и отправили на фронт. Естественно, против немцев они и стоять не могли. И город был очень быстро взят. Так как после разгрома Юго-Восточного фронта под Киевом сил, способных защитить Харьков от оккупации,
у Красной Армии уже не было.